Более 70 аграриев получили займы фонда микрофинансирования Орловской области в этом году. Общая сумма – 125 миллионов рублей. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Всю необходимую информацию орловчане могут получить в центре «Мой бизнес» на Салтыково-Щедрина. Здесь объединена вся инфраструктура для поддержки и развития предпринимательства. Центр поддержки предпринимательства в этом году активно развивает новое направление – это софинансирование основных расходов предпринимателей. А по этому направлению мы поддержим в этом году более 400 субъектов предпринимательства и будем надеяться, что в следующем году направления поддержки будут расширены.